Вся трубка выполнена из медицинских термопластичных эластомеров. Ее вес всего 70 грамм, и она обладает положительной плавучестью. Главное назначение трубки Скорпена D – подводная охота, но она также подойдет для дайверов, пловцов с трубкой и маской и фридайверов. И под корягами или камышами, под завалами с ней можно нырять, не опасаясь, чтоб трубка, зацепившись за препятствие сверху, сорвет маску с лица или вывернет изо рта загубник. Кроме того, гибкая трубка при ударе о камни или ветки издает гораздо меньше шума, чем пластмассовая или алюминиевая. Это будет приятным дополнением при охоте на пугливую и осторожную рыбу. Благодаря мягким краям загубника, трубка без чрезмерных усилий удерживается губами и, таким образом, делает ваше плавание с ней комфортным.